А накануне уровень загрязнения в воздухе превысил норму в 2 раза. Об этом сегодня рассказали в Минэкологии. По словам чиновников, в понедельник превышение фиксировали все стационарные посты. Но вводим режим неблагоприятных метеоусловий не стали. Объяснили, что его вводят только, когда виновником выбросов становится предприятие. Но горожан такой ответ не устроил. В сети люди публикуют данные общественников, которые превышают норму почти в 10 раз. В Минэкологии объясняют разницу так. Мы работаем с приборами, которые проходят своевременную поверку и, соответственно, доверяем показаниям тех приборов, которые у нас есть. А если мы говорим про максимально разовое превышение, то здесь тоже есть фиксация, достаточно серьезная, но она именно разовая.